Всем привет, дорогие мои зрители! И в этом видео мы с вами нарисуем, так как у нас стиль ислам, да, то есть я выбрала себе блок, что он весь в одном каком-то стиле, то есть он охватывает одну тему. И в этом видео мы нарисуем что-нибудь из арабского мира. В принципе, для начала нам надо просто, ну, потренироваться, научиться, да, то есть все что угодно, вплоть до какого-то очень простого такого вот узорчика мы с вами попробуем нарисовать. Итак, заходим в наш новый файл. Так, у меня открылся ЦМИК, открываем РГБ. Мы будем рисовать что-то похожее и одновременно что-то свое, чтобы нам вдруг не предъявили ничьих авторских прав.
Так, у меня получается что-то такое. Давайте еще посмотрим. То есть больше таких вот стебельков, смотрите, они все разные толщины. Это красиво. То есть чем больше у меня будет вот таких вот примеров узоров, да, то есть 1, 2, 10, тем, в общем-то, для меня лучше. Я рисую без планшета, просто мышкой, поэтому иногда, конечно же, все это не так гладко, как, возможно, бы хотелось. Но все это скругляется достаточно просто. Такая большая прям проблема. Я так считаю. Давайте сейчас просто не будем ничего оформлять, просто нарисуем. Это вот мне нравится такая форма. Пока что я, видите, просто размножаю на уровне, то есть такого вот, да. Руками, что ли. Что-то вот такого мы планируем. Я планирую сейчас сделать, но даже не знаю, насколько мне это нравится.
Ну, в общем, ладно. Пока что остановимся, потому что в любом случае мы это будем еще все доделывать и дорабатывать. В общем, у меня появилось три таких вот основных узора. Один такой большой, совмещенный. Вот этот, кстати, вот этот тоже давайте можно, в принципе, разделить. Оставить только вот эту вот часть. Даже вот это тоже вот так вот. Вот такие у меня две закорючки получились. И вот такие два более больших узора. Открываем плагин, который можно скачать бесплатно с MindTools. Ссылка будет вот тут вот. Переходите, скачивайте. Вот так называется плагин. И давайте откроем какой-нибудь шаблон. То есть тут можно совсем их много. И по количеству они разнятся. Можно открыть любой. Давайте вот такой для начала. Что я делаю? Я открываю слои, блокирую все слои, Ctrl-2, кроме того, где вот этот вот текст. Вместо этого текста мы будем ставить что-то свое. Вот мои два узора, как видите, они дублируются. В чем еще плюс этого плагина, что он можно, то есть, переходить на соседние области, то есть вот, и он делает такой бесшовный получается. В общем, это красиво. Это красиво. И мы сейчас попробуем создать какой-нибудь паттерн, да, ну, в общем, что-нибудь такое вот. Что-нибудь, что может являться таким вспомогательным элементом для моей работы. Допустим, вот сюда зажимаем Alt. И вот сюда же можно также поставить этот же узорчик. То есть, ну, мне нравится. Такое немножко... готик стайл, по-моему, татушный получается. Ну, в общем, вот так вот импровизируя, скажем так, ставя в разные направления. Давайте, допустим, откроем будем тренироваться. Причем иногда бывает, да, вот вроде все так как-то некрасиво, а бывает раз так поставил узор, и оно неожиданным образом стало раз и как-то само собой красиво. Вот такие красивые мандалы у нас получаются, и именно их мы будем использовать как вспомогательные такие объекты в наших дальнейших композициях, когда мы уже будем их до конца оформлять. И до встречи в следующих видео, и всем пока!